Всем привет, друзья! Меня зовут Арчо Морис. Меня зовут Санек. И сегодня мы запустим прямую трансляцию в Ютубе и сделаем с подписчиками Egg Challenge. Ситуация такая. Они будут нам писать вопросы, любые вопросы, например, сколько там планет в Солнечной системе и так далее, а мы по очереди должны будем отвечать. Если, например, Санек не отвечает, я разбиваю ему яйцо об голову. И так наоборот. Потом очередь переходит ко мне, я отвечаю на следующий вопрос. Если не отвечаю, он разбивает мне. Ну что, полетели. Итак, друзья, что? Мы начали трансляцию, и у нас полетели первые вопросы. Значит, первый вопрос мне. В столице Гондураса человек при жизни получает это трижды. Два раза абсолютно бесплатно, на третий раз ему приходится за это платить. Догадайтесь, о чем идет речь. Я не знаю столицу Гондураса, и то есть три раза человеку что-то дается, то есть два раза. Блин, это два раза дается бесплатно. Два раза дается бесплатно, третий раз должен платить за это. Я на самом деле не знаю, то есть вообще без понятия. Поэтому, Санек, топи, атакуй. Видите как? Да, да, прямо мочи в башку. Это такая дичь! Да? Блин, чувак, у меня аж рука вся в этой херне. Дальше вопрос Санька. На подсвечнике горело 10 свечей. Хозяйка задула 3 из них. Сколько свечей останется к утру? В общем, я сначала думал, что останется свечей все, потому что она задула 3, а остальные сами сгорят, типа затухнут. Но на деле сгорело 7. И 3 осталось, поэтому я проиграл. То есть, Саня, не про... Чё, полетели, готов? Давай. Яйцо улетело в стену, короче. Короче, у меня мама придет, она меня ушатает потом. Он даже софтбокс засрал. Я засрал, все. Короче. Из какого кинофильма фраза «Умей из всего извлечь пользу, а потом забыть»? Смотри, я без понятия. Короче, постарайся, чтобы яйцо не улетало никуда далеко. Давай. Как выглядит логотип к столетию независимости Эстонии? Раз мы живем в Эстонии, как выглядит логотип? Я вообще, блядь, не вижу, пацаны. Ну тут такой срач. А там столько говна, короче. Сколько хромосом у человека? Блин, я знал. А я знаю. 42. Нет, 46. 46, я угадал. Мне в глаз яйцо лезет. Что такое ультразвук и где он применяется? Саньку вопрос. Ультразвук это эти излучения. Короче, я не скажу, но точно например, я знаю, что для этих применяется. Для комаров, когда, знаешь, вставляется в розетку. Короче, Саня не знает, да, как я понимаю? Давай! Что идет то в гору, то с горы, но остается на месте? Уровень моря. Точнее, этот как называют. Чего? В гору, с горы? Типа, именно, вот мне кажется, что это вот уровень, знаешь, как горизонт, типа, моря, оно поднимается, то опускается, но оно же всегда воды-то одинаковое количество. Блин, это такой трэш. Что 15 сантиметров в длину, 7 в ширину и очень нравится женщинам? Я, кажется, догадался. По-любому в чем-то подвох. Я знаю, это не может быть так это просто. Это не может быть. Айфон. На каком языке говорят молча? На немом. На глухонемом, правильно. Да. Значит, мой вопрос. Туда-сюда, обратно, о боже, как приятно. Да, качели, по-любому. Да. Это Санька вопрос был. Было 3 брата. Один старый, другой средний, один молодой. Брат послал другого брата копать огород. Какой брат какого брата послал копать огород? Младший, наверное, да? Ну, да. Брат послал другого брата копать огород. Ну? Какой брат какого брата послал копать огород? Чё за бред? Блин, это жестко. Кто такой Генрих VIII Тюдор? Генрих VIII Тюдор — это король Швеции, мне кажется. Уверен? Окей, Гугл, кто такой Генрих VIII Тюдор? Согласно источнику Википедии. Король Англии! Уже в Англии, пацаны. Король Англии! Пацаны!
Король Англии. Дата рождения Навального мне. Я не знаю, давай фигарь, я вообще без понятия. Это жестко. Когда он умер, Мухаммед Али? А он недавно умер, по-моему, то ли 3 декабря, то ли вот, ну вот совсем недавно. Пускай будет 2 декабря. Окей, Google, когда умер Мухаммед Али? В пятницу 3 июня. А ты какого сказал, 8? Декабря сказал. Да, декабря. Как зовут нынешнего президента Узбекистана? Блин, да, подожди. Самый большой орган человека. Кожа. Это я 100% знаю. Когда был основан Новосибирск? Ты с Новосиба, ты сука. Это приятно. Столица и президент Казахстана. Самый первый фильм, в котором снимался Арнольд Шварценеггер. Разбиваться. Саня, башка, короче, это твердая какая-то. За шиворот яйца затекают, это такой пиздец. Сколько спутников у планеты Сатурн? Блин! Блин! В каком году было восстановление декабристов? На березе росло 90 яблок, подул сильный ветер, и 10 яблок упало. Сколько осталось? Подожди, давай подумаем. На березе росло 90 яблок. То есть их всего 90. 90 подул яблок. Сильный ветер, и 10 яблок упало. Сколько осталось? Сколько осталось где? Подожди, на березе росло? Такой. Ну знаешь, как бы 80 должно по сути остаться, но что-то мне кажется не. Он не вдуплил тему вообще. Подожди, давай еще раз тогда. На березе росло 90 я. А смысленно, как на березе? В этом-то и прикол, что на березе не могут расти яблоки. А в каком году умер Ленин? Кто зажег факел свободы? Последний. Челлендж издан. Все, друзья, спасибо за то, что посмотрели это видео. И вам спасибо, друзья, которые в трансляции сейчас. Я надеюсь, и тем, кто в камере вам понравилось, и тем, кто в трансляции. Мы все в говне, просто в хламину. Тут вся хата в говнище, ребята. Даже стена надо. Мне будет пипец, когда мама придет домой. Отвечать. Все, мы пошли мыться. Всем удачи. Пока.